Алиса Салтыкова в прямом эфире «Партийной зоны». И я, конечно же, не могу не спросить. Алиса, у тебя раньше был псевдоним Алиса Солт, но я знаю, что мама обиделась, и тут уже начались какие-то метаморфозы, превращения с псевдонимом. Мама за кадром, я уже вижу, грозит мне пальцем практически. Ну, да, было такое, что нехорошо отказываться от семьи, от своей фамилии, поэтому так получилось, что пришлось себя прийти обратно к корням, там, откуда я вышла, поэтому что скрываться уж. Это были такие прям семейные разборки, я не знаю, там, либо Салтыкова Алиса возвращается, либо вот так вот, я не знаю, я с тобой больше вообще не хочу ничего иметь общего. Нет, ну такого совсем, конечно, не было ультиматума, но по-хорошему попросила, а оно всегда работает. Ну, еще мы знаем, что сегодня будет презентация песни. Как я понимаю, вы пишете и как на англоязычную публику, и на русскую. Вот клип был в Гонконге снят, если я не ошибаюсь. Песня «Момент». Нет, это другая песня. У нас очень много материала сейчас готовится. Песня «Момент», она только на русском языке. Выходит клип, скорее всего, завтра, послезавтра. Я, честно говоря, с датами забыл. Насыщенный график, да? Да. В Гонконге только что снялся клип на еще одну песню. Будет называться «Дракон». А она будет как раз-таки, да, на двух языках. Это будет выходить через месяц. Мы, естественно, не пропустим ни одного релиза. Сегодня что мы презентуем и что мы услышим? Сегодня мы поем «Момент». Да, вы услышите наш новый трек. И, ну, пройдемся по старым серым глазам. Спасибо вам огромное. Что, с нетерпением ждем вас на сцене. Привет, Ягос! Стало начинать сначала и жалеть, отчаянно потом. Я все знала, но опять прощала, снова все по кругу, день за днем. Все просто как дважды два, знаю наверняка, что не хочу оставаться больше в твоем пространстве. Просто давай пролистаем на ту главу, где летаем, где мы друг другу никто, не бы лишь вернуть то. Момент там, где тебя еще почти нет, и навек я не сказала бы тебе да. Момент, который сдвинул с орбит планет, ты создал моей вселенной бардак. Момент, где ты впервые сказал привет, а я в ответ, что есть силы на тормозах. Момент, где с первой встречи на сотни лет я не влюбила. Против, но не понял вроде. Я не стану больше объяснять. Эта точка рана кровоточит, но никто не хочет умирать. Мы друг для друга лишние. Прости, что так вышло, но мне пора удаляться из твоего пространства. Оказаться бы снова там, где мы не знакомы, где мы друг другу никто, мне бы лишь вернуть то. Момент там, где тебя еще почти нет, и навек я не сказала бы тебе да. Момент, который сдвинул с орбит планет, ты создал моей вселенной бардак. Момент, где ты впервые сказал привет, а я в ответ, что есть силы на тормозах. Момент, ты с первой встречи на сотни лет я не влюбила. Oh.
Спасибо огромное! Так приятно сегодня находиться на этой сцене. Спасибо всем присутствующим. Побольше вам жизни в этой прекрасных моментах. Спасибо. Ну а теперь что-нибудь повеселее. Серые глаза. Ты сошла с ума. Забудешь ты не скоро фонтан наших историй, на светофор зеленый, навстречу волнам снова. Растает пена в кофе, рисую я твой профиль. Роса на твоей коже, мне нравится с тобой. И платье за белым я, умеется твоей сама. Мне говорят, ты сошла с ума, а я говорю, разберусь сама. Уж я как-нибудь обойдусь без вас, раздела касается серых глаз. Мне говорят, ты сошла с ума, а я говорю, разберусь сама. Уж я как-нибудь обойдусь без вас, раздела касается серых глаз. Ты сошла с ума. Ты сошла с ума. Ты сошла с ума. Раздела касается серых глаз. Играет Салтыкова на кассетах снова. Включу режим без звука, с ним останусь дома. Не грусти так, мама, что я уже большая. И бесполезно спорить, мне нравится любить. И платье с белым я, а мяйца твои сама. Мне говорят, ты сошла с ума, а я говорю, разберусь сама. Уж я как-нибудь обойдусь без вас, раз дело касается серых глаз. Мне говорят, ты сошла с ума, а я говорю, разберусь сама. Уж я как-нибудь обойдусь без вас, раз дело касается серых глаз. Ты сошла с ума. Ты сошла с ума. Ты сошла с ума. Раз дело касается серых глаз. Ты сошла с ума. Мне говорят, ты сошла с ума, а я говорю, разберусь сама. Уж я как-нибудь обойдусь без вас, раз дело касается серых глаз. Мне говорят, ты сошла с ума, а я говорю, разберусь сама. Уж я как-нибудь обойдусь без вас, раз дело касается серых глаз. Серых глаз, серых глаз. Спасибо огромное. Всем замечательного вечера. Отличного настроения.